Привет всем! В этом видео на улице я буду раздавать случайным людям деньги. Раньше у меня на канале уже было такое видео, было превью. Сейчас вы увидите все подробнее. Буду раздавать деньги на вокзале, так как лучшего места, чем вокзал, не найти, потому что здесь собраны все слои населения. Хочу раздать 7 купюр по 200 гривен. 200 гривен – это где-то 430 рублей. Так, все, погнали искать первую жертву. Здравствуйте, можно вас? Хочу вам дать 200 гривен. Просто так проводим социальный проект. Ну, делаем людям приятное. Да, да, приятно. Не, серьезно. Серьезно, блин, поверьте в чудо. Берите и все. Все. Все, спасибо вам, хорошего вам дня. Так, первые деньги раздали. Здорово, пацаны. Хотим вам дать 200 гривен. Просто так, социальный эксперимент. А за что? Просто так. Вам сегодня просто повезло. Серьезно? Серьезно? Не знаю. Просто ты берешь и все, ничего не надо делать. Социальный эксперимент. Берите, ничего не надо, ничего не впаривай. Просто даю и ухожу. Серьезно? Серьезно. Мы на школу не вырезаны. Мы вырезаны. Я руки в школе. Уже вот человек я туда. Я взял. Я не знаю. Все, хорошего вам дня. Вам тоже. Для чего это? Тоже хотите? Не-не-не. Просто так. Вам сегодня повезло. Так не бывает. Бывает. Надо верить в чудеса. Бывает. Просто так не бывает. Видите, как люди реагируют? Говорят, просто так не бывает. Люди привыкли, что деньги вот достаются тяжелым путем. Нужно работать. Нужно просто делать правильные вещи для того, чтобы получить деньги. Нужно верить, мечтать. Вот я чему учу своих подписчиков. Девушка, можно вас? Хочу вам дать 200 гривен. Просто так, социальный эксперимент. Делаем людям приятно. Спасибо. Нет, просто так, ничего делать не нужно, серьезно. Я вам даю и ухожу. Ну, серьезно. Ну, зачем мне просто так? Ну, не хотите просто так? Нет. Вы хотите просто так? Здравствуйте. Провожу социальный эксперимент, даю просто так 200 гривен. Не хотите? Хочу. Спасибо вам большое. Хорошего вам дня. Здравствуйте. Держите 200 гривен. Это просто так. Девушка, извините, можно вас? Дать 200 гривен. Просто так, социальный эксперимент. О, классно. Хорошего вам дня. Все люди бы охотно брали деньги, просто все очень боятся. Думают, что просто так ничего невозможно, ничего просто так не дают. Извини, можно тебя на секунду? Хочу дать тебе 200 гривен. Да просто так, социальный эксперимент. Нет, нет, просто бери. Все, хорошего дня тебе. Извините, можно вас? Хочу вам дать 200 гривен, просто так. Социальный эксперимент. Так, у меня осталось еще две купюры по 200 гривен, и я ее отдам уже тем людям, которые, по вашему мнению, действительно нуждаются в деньгах. Здравствуйте. Держите 200 гривен. А на что? Просто так. На то, что вам нужно будет. Социальный эксперимент. Видите, где старать? Ничего не требуется. Ничего не требуется. Спасибо вам большое. Хорошего вам дня. Эта женщина говорит, могу взять, только если вы скажете Христа ради. Я сказал Христа ради, она взяла. Блин, когда хочешь их специально найти, никого нету. В прошлом видео люди намного охотнее брали деньги. Было, конечно же, тяжелее раздать. Очень много отказывались. Сейчас вроде бы все норм. Но в прошлом видео люди как-то более радостнее реагировали на это. А сейчас просто взяли быстро и убежали. Какой вообще посыл данного видео? Посыл в том, что я вас учу делиться, отдавать людям деньги, но не попрошайничать. Вот это вот две разные вещи. Делитесь, чем больше вы будете отдавать, тем больше вы будете получать денег. Извините, можно вас на секундочку? Хотел бы вам дать 200 гривен. Просто так. Делаем людям приятный социальный эксперимент. Да это просто так, бесплатно. Человек сказал, я на деньги не клюю. Здравствуйте, можно вас на секундочку? Социальный эксперимент провожу, хочу вам дать 200 гривен. Просто так. Делай людям приятное. Хорошо, давайте без снимка. Женщина сказала, под снимок я ни у кого ничего не беру. Я вот 200 гривен отдам вот этому ребенку. Надеюсь, что это не работает. Спасибо вам. И вам, хорошо. Что? Деньги закончились, ну ладно, сейчас, держи. Что нужно делать? Ничего.
200 нет, у меня 100 есть. Держитесь. Все, хорошего вам дня. Я дальше уже. Спасибо, что привели. Итак, раздал я последние деньги, последнюю сотку. Всего получилось раздать 1500 гривен. 1500 гривен – это 3000 русских рублей. Немного больше, 3400 русских рублей. И напоследок я вам хочу сказать такую фразу, что деньги как навоз. Если вы будете деньги складировать, они будут вонять, то есть навоз завоняется. Если вы будете деньги отдавать, то есть удобрять огород, деньги будут приносить вам плоды. Так что чем больше вы денег отдаете, тем больше их у вас будет. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за поддержку. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки этому видео. Всем пока.